стоим на балкончике на своем, второй этаж. А рядом прям такое красивое дерево, смотрите. Инжир. А, прям наркоман спей тут прям. Прям тут можно кушать, понимаешь? Ты попробовал, я попробовал. Язык проглотит, да? Вкуска! Вкус! Списки. Вот мы и хотим еще попробовать. Может быть, этого темненького. Вот этого темненького, да? Ой, как же мы его достанем? Ладно, есть одна идея, сейчас достанем. Пользуясь тем, что у нас палка селфи, такая достаточно надежная, да? Мы просто вот делали крючок, дотянулись. Попробуем, я по инжиру не мастер. Так что, ну, побывать в Крыму и попробовать инжиру, наверное, это будет неправильно. Так что будем пробовать. Ну что, попробуем? Какой он? Какой розовый внутри. Сладенький. Да. Что-то я раньше не сталкивался с инжиром. Сколько отдыхал в Крыму, то ли я был не в тех местах, то ли не в то время. Вкусно. Короче, буду регулярно посматривать. И потихонечку проводить дальше. Вот такое у нас замечательное дерево.